У нас обычно луч нашего внимания направлен внутрь нашей собственной головы. Внутри нашей собственной головы есть наши воспоминания о всяких разных неприятных вещах, о каких-то обязательствах, о каких-то обманах, о каких-то предательствах, о разочарованиях там, и так далее. И когда вы направляете луч собственного внимания вовнутрь, вы обозреваете всю эту катастрофу. Но если вы перенаправляете внимание вовне, вовне, как правило, мы очень находимся неплохо. Тепло, вот понимаете, стульчик мягкий, вот, люди тут сидят у меня, симпатичные, улыбаются. Вот, да, значит, у нас ничего не было. То есть вот в настоящем моменте нету того, что способно наш мозг испугать. В мозге есть то, что способно нас испугать, но вокруг нас, как правило, нет. Ну, если вы, конечно, вас не взяли в заложники и не тыкают ножиком. Вот, в целом все остальное пережить можно.